30 июля 2020 года. Находимся в самом центре Воронежа, на площади Ленина. Вот увидели замечательный знак. Один из первых роликов здесь был, когда вот там вот напротив входа в здание правительства Воронежской области стоял знак 328. Были привлечены некоторые водители, чиновников к ответственности. На следующий день знак после рейда убрали. Теперь появился знак «Парковка». Здесь находится место в аренде. Но несмотря на этот знак, вот эти все многие транспортные средства, да если не все, стоят с нарушением требования знака. Вот эти все вот здесь полностью все стоят, нарушая. Вон он, инспектор ДПС. Выключены проблесковые маячки. Номер 0630 «Лада» мы видим. Веста. Сейчас подойдем, уточним, как же так получается-то. И на глазах происходит массовое нарушение правил дорожного движения. Инспектора буквально сейчас вот уточним. Здесь вот. Просто массовые нарушения. Все вот транспортные средства, вот эти вот, абсолютно, все стоят с нарушением ПДД. Как это вот так получается? Чиновники вот, получается, все нарушают. И инспекторы стоят рядом у здания правительства Воронежской области. Стоят без проблесковых маячков. Тоже не ясно, как так получается. Сейчас надо узнать, были уже, делали замечания, что на этот раз получится у них, что не так, что в машине сломано. Сейчас надо уточнить будет. И почему допускается массовое нарушение правил дорожного движения рядом с ними? Тоже интересен этот вопрос. Вот, значит, этот знак, ничего не поменялось. Только передом надо ставить к тротуару, то есть площади. Но, тем не менее, инспектор ДПС стоят задом, без включенных проблесковых маячков. Здравствуйте. Заренко. Опять. А кто же водитель транспортного средства вот это вот? Не подскажете. Убежали вы, да? Че убежали-то от нас, как оттуда? Сюда, надо было. Сюда, да? Срочно. Набрали, конечно. Я понял. А туда что, экипаж не приехал? Нет. Обманули. Как так, инспектора? В самом центре города Воронежа, в сердце Черноземья. Допускаем нарушения ПДД массовые. Не допускаем. Так, что там? Аккумулятор, небось, разрядился. Да, то, конечно. О! А почему допускаем, продолжаем допускать массовые нарушения ПДД в самом центре Воронежа? Товарищ Заренко, не подскажешь. В сердце Черноземья. Чтоб камера хорошо. Да это вы-то ладно, это не массовые. Это понятно, в целях. В целях массового выявления нарушений. Да, понятно. Про вас-то ясно все, что вы для безопасности здесь находитесь. И передом, и задом стоите. Да, я понял. Но на знаке-то что у нас? Вы поняли, да? Что, на первый раз? Или вы меня видите, на первый раз сразу решили 6 суток административного ареста, Заренко? О, а как же здесь? Что будем делать? Простить на первый раз? С учетом того, что сработали нормально. Видите, мигает. Так я видели, не мигал. Это аккумулятор, знаешь, техника. Аккумулятор. Бывает, техника подвела опять. Да. Ясно. А тогда вас не подвела, когда 6 суток мне дали. Ни за что. Камера, видите, камера. За то, что работает. Постоял на тротуаре 6 суток. Заренко, как так? Камера специально работает, чтобы. Вам не стыдно вот за тот случай, что 6 суток за то, что стоял на тротуаре человек? За то, что, по моему мнению, преступные приказы были отданы. Пустить сопровождение машину, вместо того, чтобы потребовать водителя ехать по шлагбаум, как он и проехал, и вместо того, чтобы привлечь его к ответственности за нарушение правил дорожного движения, потому что там был более кратчайший проезд. Уважаемый, вы остановились вторым рядом. Сейчас попрошу инспектора привлечь к ответственности. Уважаемый. Вы, пожалуйста, едьте по своим делам. Инспектор, можете привлечь водителя к ответственности? Второй ряд. Инспектор, всего хорошего. Вот, поставьте автомобиль и поговорите. Инспектор,
Как так получилось? Там же был кратчайший подъезд в том месте, помните? Прямо к ВТБ, с другой стороны. А вы вместо того, чтобы направить по кратчайшему, поехали через весь тротуар. Приказ отдали такой, да? Что вы мне хотите? Ну просто хочу, как так получилось? Ну, человек за то, что стоял на тротуаре 6 суток получил за аренду. Ну как так? Административного ареста, да. Зачем? Для чего это сделалось, я не понимаю. Вот чтобы меня устрашить или что? Для чего это вы сделали? 20.1 там придумали, помните? Помните, еще 20.1 они пытались придумать. Я матом вообще никогда не ругаюсь. Даже слово, даже про себя у меня никогда не ругаюсь. Я матом абсолютно. В каком году это было, если это было? Это было в 2017 году. Ну, видите, это было очень давно. Давно, да. Не хотите извиниться за свой поступок перед гражданами? Ну, вот за этот я имею в виду хотя бы. За не включенные проблесковые маячки. За то, что провод отошел, да? А ну, что, провод отошел опять? Что у вас техника такая, инспектор? У одних... Дежурная часть, обручевая дверь, все вопросы. Вообще хлам выдает, да? Все вопросы туда. Всегда да. Да, они... Слушайте, они здесь, его правитель, всегда хлам выдают. Все сейчас вопросы. Провод отошел, представляешь? Обручевая три, дежурная часть, а вчера, все вопросы. Когда я ходил? Позавчера я ходил. Не знаю. Позавчера? Позавчера я с полчаса здесь стоял, смотрел. Лампочка перегорела. Я понял. Скажите, а вот смотрите, вот напротив правительства Воронежской области, около входа, массовые нарушения правил дорожного движения. Как-то можете отреагировать? Отреагируем. Смотрите, все нарушают там водитель. Почти все водители на месте, можно всех привлекать подряд. Может быть, совершенно отреагируете, нет? Хотя бы замечание сделано на первый раз, пусть переставят по правилам. Я уже делал замечание. Бесполезно. Всем делаем. Давайте штрафовать тогда. Не реагируют. А может подойдем, может они переставят при нас. Отсюда никуда не уйдем. Нельзя, да? Не все, подойти. Понял. Понятно. А может им так по рации сказать, мегафон убрать? Сейчас уже сказали. Можете на обручевой 3 прошли. Не, вот, чтобы они переставили, я имею в виду, вот эти водители. Там знак, я просто посмотрел, такой же, как здесь стоит, а они, видите, как стоят, нарушают. Я понял. То есть не сможете никак отреагировать, да? Ну вы хоть всех-то привлекли, там никого не отпустили, я имею в виду, с тех водителей. Никому там не выписали пешехода, там, может, еще там какой-нибудь засвет. Фальсификацию нельзя заниматься. Нельзя, да? Все как положено, да? Все. Ё-моё, чё за дрова еще без света? А, без света, кстати, дрова какие-то проехали мимо вас. Ну ладно. Так. Ну что, на первый раз тогда предупреждение, да? Вы вынесите инспектору устное. 100%. А можете ему устное тогда вынести предупреждение сейчас при нас? Воспользуюсь 2,9, наверное. Наверное, он не нарушает никогда, инспектор, это первый раз не включил. Нет нарушений у вас по 12 главе? Ну, устное замечание тогда на будущее. Устное замечание, да, чтоб провод не отходил. Все. Устное замечание, да. Вот, и вот этому транспортному средству тоже. Вот этому, устное да? замечание, да. Кстати, не стучите, а то потом придется ремонтировать это государственное имущество. Ну, вот видите. За свой счет. Дорогостоящее. Знаете, кстати, мигалка вот эта сколько стоит? Не знаю. 50 тысяч. Ой-ой-ой. Кошмар. Кошмар. А провод сколько? Да провод там все 10 000, наверное, стоит, мне кажется. Как минимум. А предохранитель? 5 000. Не укупишь, он раритет, не выпускается. 100%. Я понял. Так, ладно, понятно. А сзади у вас, кстати, массовое нарушение, инспектора. Вот там машины должны передом стоять. Там машины очень дорогие, там страшно с ними. А сейчас мы сами пройдем, сделаем замечание. Инспектора же не могут отходить. Отсюда нет. А громко говорите. Нас там бить начнут. Да хрен с ними. Чем быстрее побьют, тем лучше. Подойдете, да? Помогут все, побить. Тогда пошли. Инспектор сказал, помогут, только я не уточнил. Не, он поможет побить, да. А, да? Ну как, хорошо. Как в этом, в Адыгее, да, там помогают некоторые полицейские бить. Ну это же очень хорошо. Да, ну я понял. Гляньте, дождь начался. Ну да. Вы видите, под дождем в каких условиях все время. Снег, дождь, жара. Вы в машине с кондиционером красивой. А у вас, кстати, есть кнопка отключающая, отдельная, вот это вот устройство? Нет, конечно. Скажите правду, значит... Что? Все. Что не будем, все. Не будем на вас жалобу писать. Что все? Ну, жалобу мы не будем. Мы только вам помощь оказывали, вот скажите. Вы вот да сюда... это не нам помощь, это гражданам а Воронежской области и города Воронеж. Нам-то понятно. Что? Мы одни из немногих ячеек этого общества. Там порядок навели, сюда пришли, да? Ну, две машины там не убрали, и у прокуратуры там... уехали. Так подожди, там эвакуатор 3 в целом. А стоят. Они тоже смотались быстро. Быстро, да? Да. Те машины там две не убрали, там они под ветками припаркованы, технической возможности нет. Я понял, а кнопки нет дополнительно на отключение нет, вот этого, да? Нет. Только вот это и все, да? А, я понял.
А аккумулятор, что ли, у него дополнительный или что? Нет, нету здесь. Нету? Только один вот этот вот. А. Поэтому садить сложно. Все, понятно, понятно. Она разряжает основной, да, то есть если долго. Запускать приходится. Ну, это светодиоды, они же как бы немного берут энергии. Я понял. 6 часов стоять. Ладно. Надеюсь, вы будете включать проблесковый, если следите за безопасностью. Все понятно, вопросов нет. И улыбается Заренко. Не будет, наверное, включать. Заренко. Будет. Еще раз. Даже домой буду ехать с маяка. Не-не, ну домой-то может и без маяков. Можно. Это уже не в служебных целях. Но если, Заренко, я вот вас помню, если это будете хорошо нарушать правила дорожного движения, будем в следующий раз уже привлекать. Хорошо? На первый раз, видите, мы же, наша главная задача не как у вас карательная мера, а у нас профилактика прежде всего. 4 аккумулятора здесь поставлю, будет мигать. Во. У нас профилактика прежде всего. Поэтому мы, несмотря на то, что вы тогда, я считаю, сейчас в ЕСПЧ находится дело. Я считаю, было сфальсифицировано. Это по моему мнению. Опять же, по моему. Первое дело должна быть профилактика. Все по моему мнению, 19.3 тогда было сфальсифицировано. Я получил благодаря вам 6 суток административного ареста. Спасибо вам большое за это. За то, что поставил на тротуаре. Да. А вот вас прощаю, инспектора, на первый раз, несмотря на действия Заренко. Понимаете? Но второй раз уже попросим привлечь, если будем заметим без проблесковых маячков. Вот так. Ладно. Всего хорошего. Счастливо и вам. Надеюсь, еще увидимся, поработаем по полной. Так сказать, мы в одном городе живем. На благо нашей Родины. Хотя в недалеком будущем планируют перекрыть все места с нарушениями администрации. Работа ведется, поэтому... В Московском мы порядок навели. Там столбики должны только поставить, и все, да, и будет. Там ступеньки сделали, с одной стороны столбики, с другой столбики. Здесь, московский только. Там бардак постоянно, каждый день. Там ничего их не берет, там какие-то бессмертные граждане, над законом, наверное, они. Или денег много. А может, платная парковка так организована. Там, как я предлагал, там каждый день заезжать, просто эвакуировать, штрафовать, может, тогда до них дойдет. Да. А раз в месяц им... По барабану. Без разницы. А я просил инспекторов заезжать, они один раз заехали, провода порвали и больше туда не поехали. Ну, без меня. Мне так рассказывали, я не знаю, на самом деле было, но это не один человек рассказывал, много. Заехали кто-то там, старые эвакуаторщики, порвали провода и все, и больше туда не заезжали без меня. Как они там могли провода порвать? Объяснили, знаете чем? Забыли сложить этот подъемник, да. Забыли сложить, поехали с ней. Короче, все порвали. Ну, короче, иногда вот такие чудеса. Не инспектора, это эвакуаторщики. Да. Ну, ладно. Может, кого-нибудь в целях профилактики пригласить, он попросить хотя бы. Или... Нам нельзя отсюда уходить, мы вам сказали. Нельзя, да? Да я понял. Я знаю, что я. То есть пост здесь. Дежурный, по распоряжению дежурного. Здесь все понятно. Вопросов нет. Хорошо, ладно. Удачи вам. Не нарушайте, пожалуйста, больше. Хорошо, как сказать. И это, как инспекторы говорят, когда водителя, значит, останавливают, права проверяют, не нарушайте. И что еще? А, и счастливого пути. Во. Счастливого пути. Все, всего хорошего. До свидания. Все, Заренко. Не прощаемся. Поаккуратнее, я вам вещаю. Если будете еще раз нарушать, будем привлекать. 19.3, помню, ваше. ЕСПЧ, Европейский суд, занимается этим вопросом сейчас, запомню. Там, значит, десятки тысяч евро на кону. Собираю. Собирайте пока. ЕСПЧ там, если взыщет, я имею в виду. Все, до свидания. Вот так вот, опять нарушают. Опять провода у них отходят, ребята. Ну, мы идем дальше, ГУВД. А все, пока мы здесь стояли, разъехались водители. Но эти хотя бы сказали правду, что у них один аккумулятор. Да, молодцы, не стали врать. Ну, Заренко, он уже знает, что 19.3, конечно, у него прошло тогда, но другие, говорят, не пройдет нарушение. Буду все время ему напоминать теперь про эти 19.3. Может, когда-нибудь извиниться. Он уже, видите, как себя чувствует, друзья. То есть как-то вот, ну, не в своей тарелке. Понимает, что зря он это сделал, зря выполнил. Вот такой приказ руководства, но по-другому здесь, наверное, он не мог. Он же подчиненный, но... Хотя я бы сказал, увольняйте, я не буду его привлекать к ответственности. Вот и все. За что? За то, что он стоял на тротуаре.
Нет, не надо. Вот дедушка Ленина, практически свидетель вот этого всего происходящего бардака. Вот там вот поющие какие-то феи. Здесь вот красивые отели. Здесь порядок уже наведен. Ну, хоть вот этому водителю-то сделаем мы замечание, не? О, кстати, один человек без нарушений стоит. Посмотрите-ка на него. Сейчас вот подойдем. Какой-то разнеможенный автомобиль. Здравствуйте. Не обратили внимания, наверное, на знак и поставили неправильно автомобиль. Там знак вот парковки. Передом надо ставить бордюров. Переедем. О, спасибо. Кого возите? Какого чиновника? Руководство. Круто, круто заводится. Это последняя модель, да? О, видишь, какой, и тонировка заводская. Видал? Какие колодки? Нифига себе. Автомобиль. Руководство какое-то возит. Высокое. Да. Адекватный водитель. Но не пристегнулся плохо. Плохо не пристегнулся. Да, все, паркуется. Да, но это для его же безопасности. А тонировка, интерес, заводская, давай уточним. Какая. А вот эта тонировка заводская у вас, да? Заводская? Хамелеон? Да, понял. Поэтому пристегивайтесь на будущее, когда движетесь. Для вашей безопасности. Конечно. А то потом придется за наш государственный счет лечить. Друг. Нет? Аккуратно. Все, я понял, я поправил. О, эти с проблесковыми стоят теперь. Инспекторам подошли, сделали замечание. Все, теперь включили. И вы перепарковали. А что, здесь какое-то было совещание? Сейчас много машин было. Не знаю. Ну все, спасибо вам за то, что адекватно отреагировали. Все, переставили. Коллегам с вами скажите, чтобы больше не нарушали. Всем, кого знаете. А то будем привлекать к ответственности самой строгой. Все, до свидания. Все, вот так вот. Пошли дальше. Так, просил здесь установить столбики. Площадь Ленина 3. Библиотека вот здесь находится. А, даже площадь Ленина 2. Вот библиотека, вот пешеходы ходят беспрепятственно. И, к сожалению, заметили одного нарушителя. Здравствуйте. Зачем на тротуар паркуем транспортное средство, не подскажете? Через пешеходный переход заезжаем. Что-то непонятно. Телефон важнее пешеходов. Смотрите. Здравствуйте. Уезжайте, да? Не паркуйте больше так, пожалуйста. Грубо нарушайте. Здесь, конечно, бывают такие индивидуумы, но вы сейчас один. Пристегиваться не забывайте, для вашей безопасности. До свидания. Не, пристегиваться не хочет. Не хочет, не. Он ее, наверное, там это... А, о, молодец. О, вот это правильно. Адекватный водитель, но зачем-то заехал сюда, непонятно. Наверное, не нарушитель злостный. Просто ошибся, может быть. Может, место увидел хорошее, да? Широкое. Решил припарковать. Широченная прям. Ну да, там пешеходы мешаются теперь. Вон эвакуатор, кстати, поехал. Ну, наверное, не на Орджоникидзе 41. Туда они редко ездят. Вот, съезжает, куда поедет. Все, уезжает отсюда. Ну все, согнали нарушитель.